Да, всем привет, дорогие друзья, с вами Меха. И если вы ХЗ, то мы сегодня играем, продолжаем играть в 1, 2, 3, Slender Mist 3 Retro. Будем пытаться победить кошмара, который там напал на нас внезапно, рандомно, скотина такая. И будем пытаться справляться от него. Ну давайте, начинаем. Ладно, я сдох. Продолжаем. О, а вот и сам кошмар. А, нет, еще не босс. Это он опять нам. Мой как после смерти. Давай, страйк, третий, кидай. Энергическое говно. Страйк, третий. Хорошо. Окей, тут у нас вейтер. Там фолловер. А вот тут, наверное, вейтер. Да. Кто-то за окном воет, там кого-то насилуют, ребят. Правда, вот насилуют кого-то. Вот что там случилось, я вот не знаю, что. Окей. Так, фолловер, до свидания. Ты давай держись от нас подальше. Смотрите обязательно ссылку в описании в прошлую часть. А теперь бусер. А, понятно, сначала какого-то чувака там насиловали, потом гуся, да, насилуют. Ладно, давайте не будем отвлекаться от игры, я играю, мне просто нечего сказать. Окей. Стены обоссанные, обосранные, облеванные все. Бочки валяются, и крутили, в общем-то. Такая вот обстановка. Ладно, ребятки, идем. Продолжаем. Кисарян, что прошлое видео было перевернутый экран. Так, давайте с кошмаром сейчас будем сражаться. Два в один, кулачный бой. Ну, здравствуй. Здравствуй, друг мой дорогой. Я слежу за тобой. Давай, попадай! Мы ждут тебя, я жду. А, не, оп! Ой! Как легко! Да он такой вообще, этот кошмар! У него, как и всех остальных, легко. О, хотя, чтобы я оценил, да, он так, потом. Вы только послушайте эти жуткие звуки. Офигеть, ребята. Что это за жуткие звуки? Я видел кошмары и какие-то жуткие звуки. Ладно. Фолловер, до свидания. Вейтер. Гридер. Гридер, Вейтер, Фолловер. Просто троица крутая, крутяшная тройка. Тройка. Кстати, если вы наберете на этом видео 5 лайков или 4, то обязательно сниму концовку. Е-бой, я е-бой, и только парни могут быть е-боями, девчонки не могут быть е-боями, потому что они не е-бои, это мы, только мы такие е-бои, и всех будем хорошенечко е-боить, да-да, мы такие, мы крутые. Вот ты, фолловер, и вейтер, единственные два чувака, которые не е-бои. Ну что, полно. Так. Ай. Ай-яй-яй. Что же вам за... Вы что ко мне сзади подбегаете, а? Хоть... Я не знаю. Да, вы сейчас скажете. Меха-извращенец. Вот такой вот извращенец. Да, да.
Ну да. Сзади подбегают во всех ситуациях, чтобы... Потому что впереди видит. Что сразу я? Ладно, давайте. В общем-то, когда этот уже кошмар еще будет? Знаете, ребята, оказывается, что вот это муслан, который вот из главного меню здесь, наверное, это оказывается правда. 1, 2, 3, сложим из 3, фау, крит, бой, трипит. Оказывается, это создатели вот этой ретро-версии и создатели оригинальной версии тоже, да? И это, кажется, вау, 3 жизни. Так, ну давай, готов я, ну готов. О, мой мой. Давай, о, ха-ха. Ну давай, шты, ну давай, шты, хватит прожидать момента. Я все равно всегда готов. Ха, все, до свидания. До свидания, друзья. До свидания, фолловер. О, блин, сейчас тут хорошо. Если бы я попробовал бежать, не получилось. Опять что-то происходит. Хорошо. О, слушайте. Я увеличу громкость. Это же из Follow Grid Wait Repeat начало. Слышали? Вот как там чувак по телеку говорил. Просто не слушали песню, послушайте песню. Вот так вот. Ссылочка в описании. Привет. Привет всем. Привет всем. Привет. Привет всем просто. Тебе, фолловер, тоже привет. Назад мы причем разворачиваться не можем. Это стрелка назад, чтобы смотреть. А бежать назад мы не можем. Так. Тут никого нет, слава богу. Такая блевотина на стенах. Все. О, здрасте! Здрасте с самого начала. Круто. Окей, идем. Это белое говно. Кто тут пил? Фолловер, это ты бухал, да? Вот такие вот. И ты выйдешь, что ли? Газировку пил. Сами надо попировали. Че вы с меня так не взяли свой пир? Давайте еще я присоединюсь. Такое ощущение, что ты, фолловер, точно съел. О, как он близко. Точно съел что-то несвежее. Это ты, блин. Или ты, вейтер, что-то съел несвежее. По ходу дела, вейтер разозлился, что-то съел что-то несвежее и напал на меня. А то, что он съел что-то несвежее, я это комментирую. Комментирую. А, так, фолловер, кажется, ускоряется. Так. Все.
Макс. Ну, в общем-то, мы идем. Попал. Нет, пока. Гридер, пока. И все пока. И ты, Гридер, пока. Гринер номер два, да? Гридер номер два. О, Вейтер, здравствуй, друг мой. Здравствуйте. Здравствуйте. Будет очень прикольно, если придумали какую-то фан-игру. Или добавили какую-то другую игру. Персов. Окей. Этот кошмар не показывался. Ну давай, третий кошмар. Такой, я так говорю, как будто он третий раз появляется. Такое ощущение, что когда мы поворачиваемся на Вейтера, даже если не смеем, он смеет. Спалил! Сука, спалил! Ну, идем, окей, нас 0 батареек или хотя нет. О, здорово! 5. О. Кто нахер? Маленький хрен! Налетел у меня. О, еще один маленький хрен! Вот большой хрен. Пошли вы нахер! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Ай! Ай! Вообще он какой-то тупой совсем, ублюдок. Тупой вообще. Потому что вот его нужно фонарем убить, этого кошмара. Тоже боится фонаря, как все остальные. Ха-ха-ха, ло-ло-ло. Давай я так убью. Мелкие твари, маленькие падлы, вот так будем называть, будут появляться даже, наверное, потом, да? С этого босса. Все, есть! И вот, о, ну да, маленький падлы. Continue on. You will never with... You will never be. Ты не можешь уйти? Скип. Ой! Ё. Ой, нет. Да, ребятки. Ну, на этом все, дорогие друзья. Как вы помните, следующая часть, концовка, когда вы наберете достаточное количество лайков. 5. Всем пока. Делайте все, что обычно делают на Ютубе. Пока.